Спонсор канала – компания Thermal Take. Thermal Take – игра еще легче. Всем привет! Я Арина, и с вами Технокухня. Продолжаем наш рейд по платам Z97. И на очереди у нас Deluxe-версия. Эта плата ценой 9000 рублей отличительна двумя вещами. Первое, конечно же, радиатор в виде кругляшка. Знаем немало людей, которые купили эту плату во многом из-за данной дизайнерской находки. И второе, поддержка двух портов SATA Express с пропускной способностью до 10 гигабит в секунду. Это дает право подключать внешние SSD-устройства на реальной скорости до 900 мегабайт в секунду. В остальном обычная Z9 премиум плата, формула 8.8, поддержка SLI и Crossfire, большое расстояние между видеокартами, поддержка Bluetooth и Wi-Fi, 6 внешних USB 3.0 портов и небольшая фишка. Помимо HDMI и DisplayPort есть мини-DisplayPort. Также из премиумного отметим наличие сразу 2 гигабитных портов, причем от Intel. Естественно, все возможности по разгону. Нам очень нравится сразу 2 внутренних порта USB 3.0. На плате есть множество кнопок, ответственных за старт, рестарт и обнуление биоса компьютера. Но вот внешний резет разработчики не сделали. Ну что ты скажешь, в целом довольно вкусная плата и цена относительно MSI Gaming 9 недорогая. Но захочет ли пользователь платить за все эти вкусности? За 5000 можно купить стабильную ганнибельную мать с формулой 8.8. Для чего переплачивать еще 4000? Мы так и не поняли. А с вами была Арина, всем пока-пока!